Покупатель решил отомстить и достал гранату. Потасовка в одном из супермаркетов в Челябинске. Мужчина угрожал персоналу гранатой. Сообщается, магазин расположен в микрорайоне Вишневая Горка. Якобы мужчине наступили на ногу. Это его разозлило, и он достал гранату. Продавцы нажали тревожную кнопку. Сейчас к расследованию инцидента подключились полицейские. Не исключено, что взрывчатка – это был муляж. Личность хулигана устанавливается.